впечатлений очень много. И от программы, и от города, и от каких-то личных внутренних открытий. Поэтому, Ростислав, спрашивайте уж поконкретнее, а то я тут, знаешь, могу уйти в полуторачасовой монолог. Дарили подарки, интересно, что вам дарили? Потому что на выставках, на встречах, да, с нашими художниками были подарки. Да, Виктор Викторович Кузнецов, я с ним встречался совершенно случайно, пригласил меня в свою мастерскую, мы с ним сидели, пили чай, беседовали, он меня очень вдохновил, чтобы, ну, мое хобби — это рисование, он меня вдохновил, чтобы продолжать это дальше, поделился многими секретами, показал свои эскизы. И как напутствие, и как благословение он подарил мне икону ангела-хранителя. Ну, это чудо какое-то. Она сейчас стоит у меня в номере и хранит, охраняет меня. Где еще побывали за этот фестиваль недели? Что видели? Может быть, спектакли, может быть, фильм? Какие-то что-то понравилось, что-то нет? В основном я, конечно, был на своей выставке. Посмотрел несколько короткометражек, посмотрел несколько спектаклей. И видел первый раз в жизни, к сожалению, или, наверное, к счастью, все-таки, первый раз в жизни видел на сцене Лию Ахеджакову. И это, конечно, это космос. Это космос. Спасибо огромное, что я это увидел.